Всем привет, всем здравствуйте, друзья. Рад приветствовать на канале Бородбро. Видосик сегодня по Расту. Хочу записать, попробовать. Мало ли получится, не знаю. Получится, не получится. Просто хочу записать для теста, так сказать. Так, короче. Что мы будем делать? Я, в общем, пытался уже записать, уже домик построил. Но видосик лагал, я его удалил нафиг. Давай поставим себе железную дверь, потому что я там сходил на РТшку, уже даже полутался, немного компачей набрал, блин. Даже помп себе нашел. И гантрап еще один. Я этот гантрап в первой серии нашел. Но, к сожалению, пришлось удалить, как я уже говорил. На сервере X3 крафт быстрый. Сервак, короче, тут такой. Дуо, соло. В общем. Может сгодиться. Давай сделаем себе. По-моему, мне хватит, не уверен, но по-моему, мне хватит даже на этот. На верстак первого уровня. Где он там? Так, вот он. Да, мне хватит. 50 фрагментов металла на него нужно. Давай установим себе верстак. Помп у нас есть. Можно будет, кстати, изучить. Я бы скрафтил даже еще печку себе. Потому что у меня уже есть на печку где-то тут. Да, вот на печку есть. Давай печку сделаем. Добудем какое-то железо еще вдобавок ко всему. Так, печку. Ну, печку сюда можно поставить для того, чтобы прыгать по этой штуке. Или хотя тут оставить можно эту штуку пока что. Так-то без разницы. Либо печку можно сюда куда-то. Вот, вот, не, я сюда печку втыкать не буду. Ну его нафиг. Сюда, сюда, давай сюда куда-нибудь. Вот в угол. Давай сюда вот. Поставим, если что, по ней можно будет перемещаться. Видосик идет. Видосик вроде как идет нормально. Надо только проверить, чтобы ничего не лагало. Вот это проверить нужно обязательно. Так, пошли по-быстрому, дыбаем сейчас железо. Кто-то тут построился ночью. Какой-то сосед. Вон там чувак недавно построил вышку. Короче, люди тут бегают. Это уже хорошо. О, сера. Серку добуду. Так, пока что поставил раз на минималке, потому что видяха у меня 10.60. Уже что-то можно поставить на плавку. Видяха у меня 10.60, короче. И чтобы ее сильно там не напрягать прям, я решил вот как-то так. В щадящем режиме, короче. О, а печка очень быстро плавит. Охренеть, как быстро печка плавит. О. Фига себе на этом сервере. Я надеюсь, на этом сервере телепортов нету. Я играл как-то на подобном сервере. Там были телепорты. Мне не понравилось.
Вообще, сервера с модами, которые с телепортами, не особо нравятся. Именно из-за телепортов. Как бы ты и сам можешь телепортнуться, да? Но чуваки бывают, что бегают сами. В одиночку вроде как бежит чувак. Опача, ледоруб. И кирка топовая. Вот это надо занести. Хотя, что заносить? Сейчас пойдем ледорубом-то и пофармим как раз таки. Если надо, надо найти, что пофармить. И не получить в ухо. Вон там металл был. Там и камень, и металл был. С другой стороны, мне надо просто сходить переработаться, да и все. Серу я надыбал. Матики. Надо второе дерство поставить. Бадики разные. В большом количестве, кстати, бадики сыпят. Так, где металл я видел? Сера. Но тут я металл точно видел. Может, его надыбали уже? Камень. Можешь сходиться. Блин, ледоруб, конечно, просто жестко фармит. Я просто понимаю, что я с голой жопой. Топовый топор. И по мне достаточно пару раз пальнуть, и все. До свидания. Кабанчик. До свидания. Давай разойдемся мирно. Где, блин, железо? А? Надо бы свалить отсюда нафиг. То сейчас чувак из дома выйдет, блин, подстрелит меня. И там куча камней. А вот железо. Быстренько добудем это железо. В принципе, мне хватит и серы, и железа, блин, теперь домой. Там еще один железный камень.
Бля, чувачок с луком на крыше. Я, пожалуй, обойду. Железо. Слушайте, я смотрю по FPS нормально. Да, бывают иногда микрофризы, но это терпимо. Типа это Rust. Да еще и на видяхе 1060 как бы. Быстро фармят, плавят. Давай, короче, в один слот серу, в один слот железа. Пусть оно плавится. Что можно сюда, то сюда. Что не сюда, то не сюда, короче. Давай компачи сбросим. Так, это сюда сбросим. Прототип кирки. Давай на плавку поставим. Я, пожалуй, закажу порох на максимум. Давай-ка возьмем немножко камня и сделаем боеприпасов. Вот такие вот штук 40. Так, 20 сюда. У меня есть еще один гантрап. Его сейчас тоже как-то выставим. Сюда, наверное, выставим его. Хрен его знает, куда его ставить. Давай-ка все в камень переведем. Эту хрень снаружи надо в камень переводить. Так, камень, камень. Куда тоже, кстати, в камень. Что у нас тут? Железо есть, кстати, очень быстро
перерабатывается дерево прям очень быстро. Давай сундук один себе сделаем большой. Нужен. О, гантрап при входе можно поставить, чтобы он в лицо стрелял. Вот нормально. У меня есть идея, как гантрап бесшумно установить. Только надо найти, где там микрофон. Нашел где. Апчи! Благодарю, братан. Нолик. Ну вы поняли, да? Ну вы поняли. Апчи работает неплохо. А он мне, блин, просто принес оружие. Ладно, если что, я ему отдам обратно. В принципе, вроде чувак нормальный. Он просто скинул мне дробаший ревик. А я ему обчихую в лицо прям. Ну ладно. Пусть будет. Кстати, изучить бы. А ну пошли проверим. Пришел он или нет. Если придет, можно, в принципе, и обратно скинуть. Давай добудем пока что дерево, блин. Пока есть возможность, так сказать. Так, ник нолик. Окей. Если что, я ему скину. Так, а можно попасть в дерево, блин?
Не, ну этот топор, конечно, прям жестко добывает. Он кого-то тут ёбнул рядышком, я слышал, да? Пришел и скинул мне. Такой, апчи, бля, контрап установил тупо. Так, я отсюда тыщенку заберу. Блин, а я, конечно, хорошо так. Блин, металл это натасил. Натаскал. Так, это. И сделаем стол для изучения. Хорошо бы изучить гантрап. Не гантрап, а этот. Ревик. Что там еще нужно? 200 фрагментов металла. Окей. Ждем. Металл, кстати, дольше, чем сера, обрабатывается. Давай скрафтим эту штуку. Установим, не знаю, в этот угол. Пусть будет тут. Патрик, конечно, бы хорошо тоже изучить. А мне не хватит на изучение. На изучение 75 нужно. Угу. Надо пойти переработаться. Так, ну ревик нехорошо сливать. Ревик давай зарядим, и пусть он тут будет. Дерево пусть тут будет. Можно будет, конечно, улучшить, учитывая, сколько камня, можно будет буферки даже поставить. Так, топорик нафиг. Давай отожремся до конца. Возьмем одежду вот эту вот. Место занимает. Помп один можно взять. Ну а чё, помп есть. Патрики какие. Эти патрики, по-моему, делаются на втором верстаке. Либо можно с собой взять МП5-ку. Хотя это, стоп, нет, это СМЖ, не МП5. Ну, а хули бы нет-то. Солью так солью, чё, блин. Какая нафиг разница. Пойду сейчас быстренько. Просто-напросто переработаюсь. Все. Кстати, пентол бы тоже хорошо взять с собой. Десяти более чем достаточно. Как бы не слить сейчас его МП5-ку, придет, скажет, а дай МП5-ку. Нахуй я ему что скажу, что слил? Чувак хотел доброе дело сделать, блять. В итоге попал под гантрап.
Ну, а хули делать, да? Не мы такие. Жизнь такая. Вот тут, по-моему, можно переработаться. Не, вон тут. О, еще один гантрапировщик. Нормально, блин. Офигеть, тут ревики падают, конечно. Себя сыпануло так сыпануло. Знаете, я бы изучил по пятку. Надо бы побегать немножко, подсобрать еще, добить до второго верстака, изучить не по пятку эту СМГшку. Она будет получше, чем ревик. Ревик слабенький, на нее, по моему надо то ли 125, то ли 250 скрапа. Ну что, сейчас набьем. Чуть-чуть еще нужно скрапа, совсем чуть-чуть. Вот эти, кстати, можно еще две штуки вот это обработать. О, кстати, у меня железо полным-полно. Давай железные двери еще сделаем. Это бывает очень полезным. Ты, блин, я вырубил звук и сижу разговариваю. Короче, из железной дверки сделал. Можно еще один гантрап сюда воткнуть куда-то. У меня уже третий, блин. Вот так вот, например, можно воткнуть еще один. Лестницу тупо улучшить, блин. Да и все. Что-то тут вот сюда запрыгивает, и тут смерть. Либо отсюда туда поставить. Кто-то подходит к этой двери, блин, и в лицо получают. Так, патрики нужны для гантрапа. Там десятка хватит. Сторону. Так, а сколько там видосик идет?
30 минут. Да? Так, и тут у нас что? Ночь наступает. Отлично. О, кстати, можно поставить это на переработку. Дерева очень много нужно. Так, давай-ка закинем это обратно. А то я там кого-то слышал только что. Смотри, смотри, смотри. Сейчас гантрапом въебало. Так, давай возьмем двадцатку патриков. Чисто. Оденем. Похилимся. И с крыши его ёбнем. Бля, он отжирается нафиг. Блин, я его не понял. Кстати, дверка там не открыта. А какой ник у этого был? Хотя пусть залетит что внутрь. Сорян. Пускай внутрь залетает, что нет, то нафиг. Там гантрап тоже. Ему понравится. Кстати, я ему неплохо дал, так с реликом. О, он там ошивается, видите? Наверх запрыгнул. Отжирается. Чувак упал внутрь.
Да, нормально такой чувака. Так, а где мой ревик? Это он? Да, это он. Лук у него еще. А, нормально. Сюда. Так, давай используем эту хрень. Но это он вроде как. А, скинем лишнее. Он, кстати, принес мне на второй верстак. Красавелла. Он прямо принес мне на, это на второй верстак сразу же. Так, где там ревик был? Давай ревик заберем. А это не тот был. Ну, чувак, не хочешь запрыгивать, да? Ну, посмотрим, может, стану даже. Но зато домик у меня открыт, так что нормально. Слушай, а зачем мне вот топорик? Где в лицо? Так, патрики, давай вот это все скинем. Сейчас тупо из лука в него постреляю. Ну так, ради прикола чисто. Ну, нормально. Ну тут, чувак, ты попал, короче. А, хотя нет, он не попал. Он сможет вылезти свободно. Потому что он же выпрыгнуть просто может. Там кто-то в него настреливает, что ли? Побежали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда бы не помешало, конечно, несколько гантрапов воткнуть. Было бы, в принципе, тема. Забирать не буду, потому что я в дом хрен зайду сейчас. Вон один. Они оба тут. Кстати. Это тот.
А они чувака ёбнули, между прочим. Добро пожаловать в гости. Опять спалка на откате. И еще одного. Меня этот выжил. Не, Раст веселая штука, ребят. В Расте можно повеселиться, конечно. Так, это к мне... Сначала ко мне соло пришел, ну, который с Ревиком. А потом пришла дуо. Блин, надо было присесть, кстати. Меня мой же гантрап ёбнул. 30 сек до подъема. Ну, послушаем, что они тут по кругу ищут. В принципе, внутрь они, конечно, могут зайти. Еще там кого-то шлепнуло. Надо закрыть верхнюю дверь. Взять ревик и пострелять в них. Кстати, тут может быть кит есть, учитывая, что у них есть это вот. Патроны еще есть, блин. Гантрап есть еще 5 штук. Оп. Патрик. Откуда вот он? А не Себастьян, да, ли? Кого-то помпом сейчас шлепнули. Надо делать вышку, блять, как я обычно делаю. Я слишком близко поставил, что ли, что он не запрыгивает. Странно. Должен с легкостью запрыгивать сюда. Ну и так. Слишком близко печку поставил, надо переставить ее. Ну, либо подъемчик сделать. Ну, они почему-то патроны сюда таскают. Второй верстак можно сделать. На первом сколько всякого дерьма, куча всего изучается на первом. Давай второй верстак сделаем. Вот так вот первый поднимем. Первый, кстати, можно и установить для того, чтобы запрыгивать через него. Хотя, я не буду. Воткнем второй верстак. Вот так вот. Кстати, в него можно туда еще ящик было поставить. Хорошо бы пройтись, пособирать всякого говна. Можно с ревиком, можно с луком.
Я с луком, кстати, неплохо орудую. Я, наверное, лук лучше возьму, чем ревик. Штук 20 стрел будет более чем достаточно. Ревик, может, и неплохая штука. Но им надо уметь орудовать. О. Мне уже два комплекта. Блин, тут походу кит какой-то есть. Стопудово есть какой-то кит, потому что... Ну, чувачело, блядь, с таким вот дерьмом бегает. И у всех там кирки-топоры, вот, значит, кит какой-то есть. И лук такой. Давай кирку такую возьмем тогда, нормальный топор скинем. Они отсюда запрыгивают, блин. Как-то так запрыгивают. Да-да-да. Вполне запрыгивается. Учитывая, что они с ревиками бегают. Он даже не понял, что тут кто-то был. Сайгак, сука. Смотри, как скачет. Давай за ним. Куда он убежал? Блин, просрали лут. Нужно было бы его гопнуть. Хрен его знает, короче, куда он там убежал, в какую сторону. Куда-то он там двинулся. Сачелька. Сачелька — это интересная штука.
Так, ну говно это переработаем, может и хватит там на изучение СНГ. Че, бадиков тут еще? Охренеть тут, конечно. Перерабочен быстрый. Так, а где эти, блин? Алло. Медицина где? Просто, блядь, прошелся чуть-чуть по РТшке, 300 скрапа. Ну что значит И3 на сервере, блин. Тут можно поставить третий верстак, блядь, за часик, наверное. Может быстрее даже. Но у меня есть сачелька, я ее сейчас изучу, потом надо будет изучить еще вдобавок к сачельке эту хрень, бобовку, блин. Так, СНЖ разрядить, прицел с нее снять. И давай изучим. Сачелька типа тоже заблокирована пока что, да? Ее нельзя в слот поставить. Еще 10 часов заблокировано. Так, 125 скрапа, давай-ка изучим. Скрафтим себе СНГ-шку. Ну, чувак добывает дерево, а мне дерево нужно, между прочим. Так, сколько тут? 54 минуты. Блин, Патрик надо было изучить, хотя есть на Патрик. Так, а ну пошли рубанем его стрелами тупо. Сейчас подойдет он, а он с репчиком, да? Сейчас подойдет под эту, нахуй его ёбнет контрап. Кто это? Хрен его знает, кто это. Блин, с палки гантрап стреляет. Пытается, наверное, полутать. Тут достаточно просто вдоль дороги пройтись, блядь, и набираешь кучу говна. Вот просто вдоль дороги пройтись.
Чувачок, блин. Кстати, ребят, не забывайте подписываться на канал, если что. Кто еще не подписан, буду благодарен. Если вам не трудно, конечно. Смотри, а полутал, блин. Патроны закончились. Гандрапи, что ли? Нет. А ну давай попробуем по поводу кита. Блин, в натуре есть кит. На доме есть это, на что? Медицина. Так, это что у нас? Это что за хрень еще? Вампирский кол. И пожрать сразу же. Ой, блин. Пришел Редик, положил обоих. Так, а что будет дальше, друзья, узнаете в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте прожать лайкосик. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду благодарен. Всем удачи, всем добра, всем пока. Замес. Надо скрафтить МП-5. И сделать вышку, желательно бы.